Привет, ребята, с вами Каиса, и я начинаю прохождение Tomb Raider Unfinished Business. Это дополнение к первой части, в которой я буду играть на челлендж, только пистолеты. ПК-версия, оригинальная самая, нет PCX. И тут я смог выставить разрешение 1920 на 1080. Так что будем играть в полном разрешении. Музыка у нас будет только в главном меню, вот здесь, а в самой игре будет Ambient. Играть непрерывно. Итак, поехали. Новая игра. И мы начинаем. Да, в ПК-версии можно сохраняться где угодно. Можно создать первое сохранение на слоты. Так. Первая миссия, по-моему, называется «Возвращение в Египет». Прыгаем пока вперед. И вот сюда залезаем. Берем здесь большую аптечку. Отлично, взяли. Так, можно запрыгнуть на эту кошку, нам зачем-то показывают вот такой вот ракурс. Игра сама. Так, ну а если на эту запрыгнуть, ничего не показывается. Так, теперь прыгаем в эту дыру огромную. Да, это тот самый Египет, который был в первой части. Но действие игры происходит после первой части, даже, возможно, после второй. Я вернулся спустя сколько-то лет сюда. Так, расстреляем здесь крокодила. Здесь можно взять аптечку. Тут у нас еще есть пещера с крокодилом. Вот он выплывает как раз. Расстреляем его. Так, что-то он тут... Что-то он тут завис, по-моему. Ага, все. Так, возьмем аптечечку маленькую. Да, эта версия отличается от версии PlayStation 1. Все-таки она оригинальная. И здесь не заменены... Не заменены оригинальные мумии. Ой-ой-ой, забыла про тебя. Еще один крокодил был. Ну куда ты поплыл? Я здесь. Я не помню, секрет это или не секрет. По-моему, не секрет это. Просто патроны здесь лежат. Не похоже, что секрет. Ладно. Пойдем в другие места осмотрим. Да, тут все затопило. Вот там у нас еще есть место, куда можно сплавать. Здесь тоже что-то есть. Так, ну здесь ворота закрыты. Здесь забор. Здесь, по-моему, что-то есть. Надо только открыть эту дверь. А, вот там, по-моему, будет как раз первый секрет. Чтобы открыть эту дверь, нужно кое-что сделать. Так, здесь у нас только патроны под водой. Они мне не нужны. Патроны к автоматическим пистолетам. Возможно, несколько лет назад я уже проходил Unfinished Business на пистолеты. Но это было давно. Так что, вот, открываем дверь под водой и заплываем туда. Но только там, возможно, опять будут крокодилы ждать. Я не помню даже, на время это или нет. И что здесь можно собрать, тоже не помню. Да, это первый секрет, звук секрета заиграл. Ага, крокодил тут. Крокодил. Ну тут патроны для дробовика, хотя вот есть маленькая аптечка. Давай ее заберем. И попробуем выгнать отсюда крокодила.
Ага, он приплыл. Отлично. Я все-таки хочу там повнимательнее осмотреть все. Вдруг там есть еще аптечка. Ну, патроны вот я вижу, патроны. Так, здесь пусто. Здесь пусто. Здесь тоже пусто. Ничего не вижу. Только патроны. Можно попытаться вылезти сюда. Но тут не так все, как было в оригинальной игре. Да. Немного изменили они. Получается, больше тут ничего нету. Уплываем отсюда. Так, что еще тут можно осмотреть? За статуей сфинкса, да, например. Посмотреть, что лежит. По-прежнему можно залезть сюда. Тут вроде бы патроны лежат. Ой, а чё это мы не залазим? Да, здесь только патроны для дробовика. Больше ничего не вижу. Окей. Так, нам туда, видимо, надо плыть сейчас. Здесь вот. Опа. Кошки. Тут у нас кошки. Можно их сразу через забор здесь немного пострелять. Через окна не получится. Бегают они, не получится. Почему не получится? Давай-ка их сразу расстреляем. По ним потом проблем не создавали. Так, ну я одну только вижу пока что. Ладно, и поплыли теперь под низ. Давай сохранимся. Так, ну это тоже зал знакомый, здесь валун даже остался еще, который скатывался когда-то. Здесь ничего не вижу. А здесь можно выбраться. И тут я как раз расстрелял кошку. Ну вот еще одна выбегает. Надо бы как-то ее аккуратненько замочить. Давай, покажи свое личико. Ага, готово. Так, лежит аптечка. Маленькая. Забираем. Патроны лежат. И больше ничего не вижу. Стул перевернут. Так, посмотрим, что здесь у нас лежит. Дробовик тут лежит у нас. А здесь что-то есть? Нету. Кстати, закрыли вот этот проход. Ну и туда нельзя залезть, наверное. Удивительно будет, если можно все-таки. Никак нельзя. Я даже там не вижу прохода. Так, сверху посмотреть можно на все это. Но вряд ли я куда-то тут могу запрыгнуть. Нет. Выныриваем обратно. Так, здесь лежат патроны. А здесь закрытая дверь. В воде у нас ничего нету. Здесь ничего не лежит. Так, прыгаем тогда сюда. Тут у нас кошка. Ныряем в воду. Дергаем тут рычаг. Это открывает дверь. Отлично. Так, теперь нам надо выбраться отсюда. Как отсюда выбираться? Тут у нас скат. Делаем сальто назад. И мы выбрались отсюда. Идем теперь в открывшийся проход. Сохранились.
сохранимся. Так, что тут у нас? Колонны, колонны, колонны. А, здесь, по-моему, сейчас сзади прибежит кошка. Я помню, что-то такое, да, вот она бежит. Успела меня, наверное, чуть-чуть пожрать, да? Пол хп-то уже сняли. Ну ладно. Пока так побегаем. Бежим дальше. Так, здесь у нас впереди есть шипы. Осторожно. Даже не помню, в какую сторону я спускался. Я, по-моему, вообще сюда прыгал. Ауч! Ну да, тут без вариантов было. Напоролся я на шипы. Давай переиграем. Ну, вряд ли мне удастся сохранить больше здоровья. Хотя эту кошку, по сути, можно и не убивать. Так, а если я все... О, все. Я сбежал от нее. Можно и убить, кстати. Отсюда. Но, по сути, она мне не нужна никак. Внизу у нас тоже шипы. Хотя вот здесь, по-моему, их нету. А, нет, здесь тоже есть. Так, и тут есть еще дверь. Аккуратно. Давай прыгнем вот сюда. И спустимся вот так вот. Ух, чуть-чуть повредился, но не страшно. Идем теперь отсюда, выходим. Так, можно пойти направо. Ходить. Здесь только осторожно. Под ноги смотрим. Внизу шипы. Прыгаем наверх. Еще одна яма. Еще одна яма с шипами. Прыгаем дальше. И там еще одна яма есть. Перепрыгиваем. Открывается дверка. Так, а зачем я сюда вообще пришел? А, тут у нас второй секрет находится. Патроны. Патроны. Ну вот большая аптечка есть. Славно, чудесно. Так, а дверь не должна открыться сразу? А, или она открывается, когда ты все соберешь? Нет. Она открывается. Просто странный скрип не сработал сразу. Так, ну что ж, теперь налево пойдем. Здесь у нас наверху кошка сидит. Да, вот. Статуя превратилась в настоящую кошку. Надо бы нам ее расстрелять. Она там бегает наверху. Нервирует меня. Убежал. Ну сейчас я ее расстреляю. Она постоянно пробегает мимо моих пистолетов, так что. Все что ли? По-моему, убился, да? А, нет, еще. Еще живая. Ой, что-то она там зависла, по-моему. Но отсюда я мало что смогу сделать. Но... Ладно, потом ее добьем тогда. Давай сохранимся. Сейчас еще за одним секретом сходим. Идем сюда. Тут у нас шипастая яма. Осторожно. Идем приставным шагом. Так,
Аккуратненько. Сейчас, по-моему, еще кошка выбежит. Да, берем пистолеты. И расстреляем еще одну кошку. Куда это она убежала там? Проход убежал, ты смотри-ка. А я, допустим, выйду сюда. Так, патроны дробашные брать не буду. Все, уходим отсюда. Пошли в пещерку. Вот в эту темную. Так, я еще раз сохранюсь. Я ждал тебя, Валун. Я так и думал. Сейчас будет Валун. Забираемся выше. Так, вот это та самая кошка. Добиваем ее. Разбегалась тут. Так, ну тут я ничего не вижу, где эта кошка. Нам надо выше забираться. На третий условный этаж, так сказать. Лезем наверх. Так, тут патроны для дробовика, они мне не нужны. Зря я сюда спрыгнул вообще. А надо мне прыгать вот туда вперед. Да, именно сюда. Теперь надо добраться до дробовика. Это секретка. Как до него добраться? Так, ну, во-первых, сохранимся. Как до него добраться? Оуч. Хорошо, что я сохранился. Надо разбежаться хорошо. И прыгнуть на скат. Нет, неудача. А может и не надо разбегаться. Вот так вот зацепиться за вот этот скат. Направо вот так перебраться и сделать сальто назад. Нет, не допрыгнули. Ты смотри-ка. А почему? А я думал, так можно. А, стоп. Там, наверное, можно устоять на ногах вполне. Я думал, там тоже скат. Нет, там, наверное, можно встать в полный рост. Да, это же платформа стоячая. Ну что ж, разбежимся. И допрыгнем до третьего секрета с дробовиком. Но он мне не нужен, по сути. Спрыгиваем вниз. Аккуратненько. Еще ниже. Так, а теперь пошли двигать блок. Вот здесь вот. Два блока, и они мне мешают пройти. Так, но этот блок я даже не знаю. Если я его сюда отодвину, смогу ли я пройти как? Я сомневаюсь. Не смогу же, да? Верно. Лара не умеет еще у нас ползать, нагибаться. Можно хотя бы убедиться, что там ничего нету. Толкаем блок, значит, вперед. Это
Это еще не конец уровня даже. Так, идем дальше. Берем пистолеты. И пришли к озеру. Там у нас ходит кошка. Здесь крокодилы еще плавают. Где-то. Тут у нас ключ есть. Так, запрыгиваем на блок. С него будет проще расстрелять кошку. Одна готова, вторая выходит. Куда это она убежала? Так, где тут еще крокодилы плавают? Пока не вижу никого. Ага, погулять решила. Так, возьмем пока ключ. Можно, кстати, в ту пещеру сходить, где была та кошка. Там, по-моему, что-то хорошее есть. Только не с этой стороны, а с другой. Аптечка. Так, ну а теперь можно и в воду прыгнуть. Там у нас, правда, крокодилы. Надо бы их подманить. Вот, первый. Давай, выныривай. Завис крокодил. Вот это раздражает. А, вот второй еще тут появился. Ну давай, куда ты тут поплыл? Я здесь, Крок, давай. Плыви сюда. Еще в воде может быть аптечка, но и патрон тоже. Кстати, в Америке это дополнение называлось Gold. Просто. А в Европе... Unfinished Business. Так, ну там еще крокодилы по-любому. Надо в пещеру заплыть. Здесь ничего не вижу. Выплываем отсюда. Тут вообще логово крокодилов. Так, не плывет никто за мной. Ага, есть. Я ждал тебя. Я тебя ждал. И караулил. И куда он уплыл? Уплыл. Ой, сзади еще подошел, крокодил. Ладно. Давай всех оставляем здесь. Как в воде живут, так и пещеры. Универсальные. Так, и тут есть магнумы. Их брать не будем. Возьмем аптечку здесь. Ага, тут еще один крокодил вышел. Даже не один. А, нет, один. Нет, два. Два крокодила. Ну, давай отстреляем их заодно. -4.
И там еще точно есть. Тут они не выходят. Можно даже будет в этом убедиться потом. Но смысла в этом нету на самом деле. Так, я не знаю, где этот подводный крокодил поплыли отсюда. Вот я не добил то, что тут есть. Так, здесь у нас вроде ничего нету, да? Решетка. Здесь тоже ничего не вижу. Плывем назад. Так, вот здесь вот можно выбраться. Готов. Там ему чуть-чуть не хватило совсем. Так, прыгаем на мост. Туда мне уже не надо. Мне надо забираться наверх. Так. Залазим с какой-то стороны. Не здесь. Не здесь. А, вот здесь вот. Понятно. Она не хочет допрыгивать. О, наконец-то. Слишком близко камера стоит еще. Так, вот тут есть проход. По-моему, сейчас выйдет еще крокодил. Да, ладно. Мы его расстреляем. Так, пока туда вперед не пойдем, залезем повыше. Вот этот скат ведет в логово крокодилов. Лучше туда не скатываться, там все равно ничего нету. А здесь у нас аптечка хранится. Так, ну а теперь на руках по расщелине доберемся. Направо. Так, а где выход-то? А, вот, наконец-то. Так, здесь патроны для дробовика лежат, но они мне не нужны. Мы прыгаем к этой кошке и вставляем сюда ключик. Gold key. Сохранимся. Дверка открылась вообще. Да, открывается дверь. Тут у нас сейчас покатятся валуны. Бежим вперед. Вот они покатились, три валуна. Спасаемся аккуратненько. Так, тут у нас много кошек будет. Прыгаем вниз. Хотя здесь, наверное, нет ничего такого. Хотя бы кошку расстреляем отсюда. Одну. Куда она убежала? Куда-то убежала. Где-то бегает там. Не идет сюда. Ну ладно. Эх. Пойдем с другой стороны теперь слезем. Опс. Если бы я сейчас упал, это было бы больно. Вторая вышла. Посмотри на них. Так, одна готова. А вторая где? Дай-ка я тебя спровоцирую.
Готово. Так, ну и начнем исследовать эти места тут внизу. Что у нас здесь? Здесь у нас кошка. Ничего не происходит, если я сюда встаю. Тут у нас аптечка еще есть. И рычаг. Давай опустим этот рычаг. Открываем двери. Ох, сейчас прибегут. Сейчас прибегут со всех сторон. Так, кто-то вышел еще, нет? Так, вот тут у нас еще одна. Кусаются они больно. Надо съесть аптечку уже. Так, что тут у нас есть? Две аптечки маленькие. Окей. Забираем их. Пойдем в другую сторону сходим. Так, мы 7 маленьких, 3 больших уже накопили. В другой стороне у нас... Тут что? Тут решетка. Патроны есть. Так, а с этой стороны проход. И вот бежит сюда. Валим ее. Ну да, откусила от меня немного. Здесь что у нас? Аптечка. Мелкая. Так, ну и можно еще в последнюю сторону попробовать побежать. Но тут, правда, никого нету. А, решетка, кстати, односторонняя была. Такой вот факт. Ну все, выбираемся отсюда. Здесь больше делать нечего, идем дальше. Возможно, покатится еще в луны сейчас. Ага. Есть такое дело. Опа, еще с этой стороны покатится. Ауч. Да, споткнулся. С этой стороны есть, и с той стороны еще. Так, и кошка выбежала. Так, ну идем в открывшиеся двери. Что тут у нас? Тут у нас есть мостики. Ауч. Да, неосторожно я. Неосторожно. Шагнул. Так, ладно, давай сохранимся. Но вот в PlayStation версии сделали кристаллы, как в первой части, нельзя постоянно сохраняться.
То есть усложнили немного. Так, здесь у нас кошка есть. Да, нам показали конец уровня этого. Так, вот там есть аптечка, кстати, на той стороне. И рядом еще одна. Куда ты прыгаешь? Я не нажимал такой прыжок. Отвыкай от управления ПК-шного. От первой части. Она более какая-то такая вот плавная, что ли. Так, берем маленькую аптечку. Прыгаем на второй мостик. Или не на мостик. Давай сразу сюда вот прыгнем. И потом вперед. Там, кстати, кошка нарисована. Берем еще одну аптечку и теперь вниз прыгаем. Там у нас крокодилы. Если что, плывем по туннелю. Ух ты! Еще один выпал. Здесь, возможно, что-то можно полезное собрать, но нет времени, надо рычаг дергать быстро. Ай-яй, подплывает, надо лечиться, наверное. Значит, сейчас завалят. Тут не только крокодил, тут еще и кошки бегают. Ух ты! Я теперь точно лечусь. Так, здесь не помню что, по-моему, валуны какие-то покатятся сейчас. Ага. Возьмем аптечку. Так, ну крокодилы, по сути-то, мне не нужны. Хотя, если я там что-то пропустил, ладно. Аптечку какую-нибудь лишнюю. Тогда да. Но они уплыли. Ничего, их заново надо подзывать. Кстати, за УЗИ я не пойду. Здесь можно УЗИ взять. Что-то не... А, вот плывет. Еле-еле. Сейчас проверим. По-моему, там тут патроны для дробовика были. Аптечка, я там что-то не видел. Я невнимательно посмотрел, конечно. Но нет, 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 здесь аптечка. Ладно, две потратил уже. Сейчас, возможно, кстати, еще потрачу. Давай сохранимся. Скоро уже конец уровня. Так, здесь ничего нету. Здесь вот еще кошки побежали. Ой-ой-ой, убила она меня быстро. Хорошо, что сохранился. А надо ли мне вообще туда выходить? Я так думаю. По-моему, уже там нет ничего полезного. Или есть? Ну, патроны для дробовика, да, вот. Отсюда, кстати, можно туда прыгнуть, где УЗИ же. Но я что-то там не помню, аптечек никаких, чтобы были. Скорее всего, там чисто УЗИ в воде, так что не буду я его брать. Их. Сейчас у нас мумии вообще будут.
должны быть. Да, вон там впереди. Что нам для этого надо? Скатиться вниз. Верно, верно. И появляются две неугомонные мумии. Все убьют сейчас. Так, здоровья у меня и так мало. Не хотелось бы больше тратить аптечку. Дай-ка я их отсюда расстреляю, попробую. А вон еще впереди третья, но она вроде не оживает. Так, а в воде может быть что-то есть, кстати, полезное. Так что пока давай в воду сходим. Ага, полезная. Крокодил. Хотя нет, аптечка есть. Крокодил охраняет аптечку. Маленькая, да удаленькая. Итого у нас плюс 11 и плюс 3. Хорошо. Да, конечно, первый уровень самый легкий в этом дополнении. Так, ну все, идем завершать его. Опа, а что это? Мумия упала. А, ну вот тут у нас уровень не заканчивается. Возвращение в Египет. 3 из 3 секретов собрали. Ну что ж, на этом я благодарю вас, ребят, за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи, услышимся в следующих сериях. Пока-пока.